Какую пользу не берешь от поклонения Всевышнему вас смотали, мол, не чувствуешь ничего. Как он говорит, что никакой пользы не берешь? Еще какую пользу берешь? Поминаешь Аллах, смотри, делаешь омовение, молишься, грехи твои спадают, исчезают. Надо обязательно прочитать достоинство дел, только чтобы ходить достоверно. Мукин Акра в Сахих Таргиб. Нам Сахих Таргиб, Таргиб, Риад Ас-Салихин. Читает вот эти вот книги, которые шейх упомянул. Нам. Ассаламу алейкум. Иза карат китаб, устамаат сарахи.